Вот он, наверное, последний срок, что будет с нами в 2024 году. Вы как-то загадываете? Нет, но я бы не хотел, чтобы он уходил. Потому что примерно равного, достойного ему я пока еще не видел. Я знаю очень много интересных, умных людей, но которые эрудированные, здорово, и политически грамотные, и занимаются очень многими интересными изысканиями, но это несколько другая профессия, потому что можно научиться на шофера, можно научиться на врача, но научиться на президента не каждому дано.